Давай, 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 давай! Паутину, паутину! Толкай, 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 толкай! Да что такое? О, у нее вода заканчивается, все, ей крышка. Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис и добро пожаловать в Мопио. Сегодня я вместе с Алплеем выносим Северный полюс. Но на этом мы останавливаться не будем. Сейчас еще Ал немножечко прокачается, станет саблезубиком, и мы пойдем с ним на лето. Ребята, ну а кто ждет следующую серию по Мопио, то не скупитесь и ставьте свой лайкусик, потому что как только это видео набирает 400 лайков, я сразу снимаю следующую часть. Всем привет, ребят! Как вы заметили, мы уже довольно-таки неплохо прокачались. Сколько там у тебя еще осталось до этого, до саблезубика? Ну, я уже практически вкачал, тут мне совсем-совсем немножечко осталось, еще тысяч, наверное, 13-12. О, давай, кусики, делай кусики. Нет, я сейчас вот тут вот прокачаюсь, тебе же тоже потом нужно будет прокачиваться в каких-нибудь суперсуществ. Я ну, думаю, в принципе, потом... да. И знаешь, я здесь, короче, видел жертву. Вот где-то она здесь вот лазила. Какую жертву? Белый медведь, иди сюда! Ну, жу, еху! Есть, молодец. Я его слил. О, смотри, касатка! Касатка! Так, 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 я моя, она моя! Красавчик, просто молодец! Убегай, убегай от него! Я графики. Сейчас его еще замедлю. О! Привет, дружочек! Вот, давай мы его попробуем на Северном полюсе. Блин, он, а наверное, он уже убегает. Свалит. Да. Свалит. О, отлично, давай мы попробуем. Нет, вот это было эпичное начало, мне кажется. Да, нормально, нормально. Ну что же, мы с тобой два саблезубика идем выносить полностью все лето. Погнали, сейчас погнали. У меня уже 400 тысяч почти это экспириенса. 400 штук уже? Ничего себе! Я в жирный саблезубик. Ты скоро будешь салоником, наверное, да? Или там будешь выбирать? Не знаю, а где будем играть? На воде, либо на суше? Если на суше, то... Нет, давай на воде, давай на воде. Ой, на суше давай. А, ну окей тогда. Поинтереснее. О, смотри, смотри, Мишка, Мишка косолапый. Он здесь специально ров разворотил, а я его сейчас солью. Иди сюда, пчелы, пчелы меня уничтожают, спасите. Отвалите от него, пчелы плохие. Тут паук, 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 убегай на Северный полюс, давай, давай, давай по-быстрому. Ой, тут еще свой, свой кабанчик был. Так, тебе нужно водички немножко, да, на тебе пару единичек водички. Спасибо. Ешь вот эти вот барханы, ешь барханы. А я вот тут вот воду нашел. Все, я напился, я напился уже. Ну нормально, так, сейчас я еще чуть-чуть напьюсь. Здесь вот снежных собак много воды. Меня, капец. Это было жестко. Давай еще. Так, давай заходим. Так, второй заход. Ну-ка. Если бы не этот паук. А я думал, что паук такой же самый. Я и забыл, что он сильнее. Не-не, он немножечко сильнее, да. Так, тут чуть-чуть еще мне. Точно, можно, кстати, за пауков поиграть. Мы с тобой давно, кстати, за них не играли. Практически можно, никогда, да? Да? Там будем строить ловушки, свой да? замок прикольно. Построим, точно. О, смотри, AX, AL, SL, король. Так, привет. Свой так, брон. Это у нас, это не наш. Это не наш, этого мы вот так делаем, решаем. Какой я не папа. Он перепутал тебя со своим папой, наверное. Да. Так, кусик хотят сделать. Нет, дружище. О, спасибо за воду, но прокачивайся, наверное, сам, да? Да, но прокачивайся пока что сам, нам тут нужно своих, свои дела. Так, я ему скажу, что потом дам кусик, если он будет, конечно, с нами дальше играть в тиме. Мы да, просто хотим быть... мы пауками хотим быть, да? Ты хочешь быть очень пауком? Да, очень сильными и серьезными чуваками мы хотим. Касатка. О, тут, наверное... Давай мы ее как-то вытолкаем, эту касатку. Ой, слушай, смотри, смотри. Ты где? Ты где? Иду, иду, давай, иду, давай, иду, давай, иду, давай, иду, давай. Иду, давай. Паутину, паутину. Толкай, 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 толкай. Да что такое? О, у нее вода заканчивается, все, ей крышка. А тут паук еще... Давай! Нет! А кто слил? Ты слил? Блин, печально, но мы ее порешали. Да. Это было эпично просто. Нормально, да. Так, давай еще касаток ловить. Честно, давай, да, еще. Я думал, что она под воду уйдет. Че она под воду не шла? Не знаю, может, она не знала, как под эту воду. Она просто растерялась от страха. Наверное, уходим. Черная вдова. Черная вдова. Серьезное существо. Ух, кстати, знаешь, я бы, в принципе, не отказался бы за нее поиграть, за черную вдову. Можно и за черную вдову поиграть. Кстати, чем хорош саблезубик, вот этот вот, за которого мы с тобой играем, тем, что он себя неплохо чувствует практически везде. Да. И на воде очень хорошо, и в лете. Быстро и, плавает вообще. Красавчик. Да, просто. Вообще красавчик просто. Просто Блин. Умничка. Жалко, что тот паук, конечно, слил эту касатку, я бы прокачался. Мне бы там реально немножко оставалось. О, здесь акула еще, смотри. Давай-ка мы ее попробуем вижу, порешать вижу, сейчас. Вижу, вижу. Так. Сейчас. Нет, она не будет. Вот там еще один саблезубик. Тут крокодильчик есть. Один вот. Так, Богдан, наш бро. Мы его не трогаем. Эй, ты че нашего бро трогаешь? Ну-ка уйди от него. Блин, он слил. Кто там? Кто трогает? Какой-то саблезубик порешал нашего, капец. Ай-яй-яй, негодяи.
Надо будет ему накостылять попозже. Как только мы его встретим, обязательно ему накостыляем. Да, главное прокачаться нам. О, смотри. А, блин, это тоже свой. О, Экстопл, ничего себе, да ладно. Не может быть, чтобы это мой был тиммер. О, точно, смотри, Экстопл. Я помню, я, кстати, помню этого игрока. Да, он часто очень играл с нами. Практически все, ну, очень часто на сходки приходил. Кстати, ребята, если это видео наберет реально много лайкусиков, то мы можем даже устроить с Алым совместную сходочку. Да, в принципе, можно сделать, почему бы нет. Я думаю, что там будет намного побольше уже людей по приходе, да? Мы с тобой еще никогда не устраивали совместную сходку. Мне кажется, что это будет очень интересно. Да, я думаю, что будет интересно, потому что придет, наверное, побольше немножечко игроков. И твоих, и моих, и будет вообще так весело, наверное, жестко. А мы с тобой-то будем знать, кто реал, правильно же? Ну да, конечно. А ребята будут просто видеть, например, когда мы будем где-то вместе ходить. И так они будут, в принципе, понимать, что мы тоже, как бы, реал. Может быть, будут нас прокачивать. О, было бы может, здорово, да, чтобы они нас вкачали до драконов. Этих вот черных. Ну, да, можно, тут надо побольше, правда, массы. Но это где-то надо, наверное, в пустыне, потому что там немножечко... Ну, или на Северном поле, потому что там мало будет черных драконов, всяких крабов, которые постоянно бьют и заныривают сливают, под воду. Да? Да-да, тоже не совсем хорошо делают. Ну, ничего страшного, я думаю, что мы прокачаемся как-нибудь. Как-нибудь устроим сходку, если ребятам понравится эта идея, то они должны поставить очень много лайков, очень много лайков. Да, ребята, чем больше лайков, тем быстрее сходочка будет. Вот, сейчас мы попробуем слить вот этого, давай, сливай, сливай. Я тоже пытался его слить. Ой, орел, смотри. О, отлично, нормально. А, это нашего, он нашего поймал, да? Я не знаю, кого он поймал, ну, АХ100ПЛ это наш игрок. Пускай он себе съедает его, если хочет этого. Нет, это наш, Коля, Коля не трогаем. Коля наш, Коля Тиммер, маленько. Да, Коля Тиммер, его мы не трогаем. Кстати, Кул Дима, он спросил, или ты реал. Давай, ну еще, немножечко там оставалось. Да, я вижу, спросил, или мы реалы, написал ему, что да. У меня, кстати, еще осталось, сколько это, 43 тысячи, и я прокачаюсь. А у тебя уже... А, следующая эволюция будет, да? Да, да, да. Будешь играть? Ой, я не знаю. Может быть, за слона какого-то. Тут надо попробовать скушать еще одного очень вкусненького-привкусненького орла. Он меня укусил. Орел? Здесь сидит, да? Да. У меня, кстати, есть видео, там, где я прокачиваюсь... А-а-а! Свой нужен! Ты чё? Есть, я жив! Я буду жить! Жесть, конечно же, так, ты чё, совсем обновил? Капец, прикинь. Это ещё и свой был! Слушай, давай наверх где-то! Да? Наверх погнали! Он меня чуть не ливанул, ты видел? Да, видел! Негодяй! Ты настоящий, конечно, я настоящий, ты что? Ты не настоящий, он написал! А, он написал, ты не настоящий? Написал, ты не настоящий, типа, мол, да конечно, он тебя сливает, чё ты должен быть настоящим? А где ты находишься-то, а? Ой, капец! Да, я, короче, я сейчас постараюсь как-то... Все, мне хана, смотри. А, вот, да, мне давай, хана. Окей, давай, выныривай, если поймут тебя. Все, мне крышка. А-а-а! Блин! Выныривай, блин! Я не успел! Нет! Прикинь, тут свои два же, Алекса. Свои же слили. И это жесть. И сразу просто Тим, смотри. Так, ребята, запоминайте эти ники. Так, погоди. Смотри, давай теперь выберем себе... Так, может быть, бизонов? Давай, бизоны, поиграем на Северном полюсе. А, я прям возле вдовы и появился, черный. А где ты, с какой ты стороны находишься? Так, давай я в центр где-то пойду, прям буду в центре. Сейчас ты где? Иду в центр. Справа? В центр иду. Ладно, а давай. Ты где? Я с левой стороны иду в центр тогда тоже. Там еще какой-то Алексис с коронкой есть, да? Ничего себе. А где он такую коронку прикольную взял? У него еще круче коронка, чем у меня, капец. Да, прикольно. О, смотри, знаешь, чем мы тут можем есть? Мы тут сможем с тобой вот эти вот... Вкусненькие-привкусненькие алоэ, а от них нормально прокачечки дается, кстати. Мы можем их есть, но они нас уничтожают. Нет, не уничтожают. Алоэ, которые не... Не колючие, которые, да? Не колючие, а алоэ, да. А, я понял. А, алоэ, точно, да, алоэ можно есть. Так, иди-ка ты как сюда. Как мне тут ускориться из этого бизона? Он очень какой-то неподвижный, неудобный. Все, меня сейчас, походу, ливанут. А хотя нет, все нормально. Так, тут просто птеродактиль летает. А ты когда-то играл за птеродактиля или нет? Да, играл. Тут кто-то реал пишет. Капец, да тут ребята нас еще помнят, ё-моё. О, Алексис, ютубер, еще один SLV Pro AX читер есть. Так, давай где-то встретимся тогда с тобой. О, есть. Привет. Да. Нормаленько. Кстати, крабик свой, он спросил, или я реал. Хорошо, ладно, будем тогда играть в тиме. Слушай, меня только что поймал свой и слил, представляешь? Он был, да, бывает. Он был бизоном и капец ливанул меня, это обидно на самом деле, я почти следующую эволюцию поднял себе. А мне тут еще немножко осталось, я должен поднять как раз таки эту эволюцию. Что, будем здесь уже играть тогда, на севере? Ну, в принципе, да, можно здесь уже.
Так, а я воду теряю. Тут, кстати, когда тебя кусают. А, смотри, фортиш, аккуратно. Он тебя поймал? Нет, не поймал, пока что нормально. Ну хорошо. Так. Все, нормально, я эволюционировал. Так, кого мне брать? Дракон. А кого ты там можешь выбирать? Комодика взял. Ну, мы же здесь будем играть, да, или где? Ну, да, можно, в принципе, здесь. Так, а где ты там? Где ты? Я в воронке сижу, потому что тут этот... А, все, я понял, где ты. У меня еще вода заканчивается. Да. У тебя там нормально с водой? Могу подбросить, если да, что. Нет, нормально. Арена. О, давай, окей. Интересно, он мне может арену бросить даже, что ли? Серьезно? Ну, я не знаю, написал мне арена. Вряд ли, он, походу, что-то не догоняет. Я перепутал, да? Может быть, он первый раз в своей жизни прокачался. Может, не знаю. Так, ну ладно. Так, это я давай делаем, может, несколько эволюционируешь до кого-нибудь нормального. Давай попробуем. Так, уходи, он тебя сейчас поймает. Так, или нет? Сейчас я сейчас плеваться в него могу. Так, а я, интересно, могу вот так делать? Иди-ка ты сюда. Нет, не могу, я не знаю. А что это? Все, у тебя крышка, капец, они тебя поймали. Я это видел. Меня окружили со всех сторон. Ай-яй-яй-яй-яй. Это было жестко. А я только что Алексиса еще нашел. Прикинь, ай-яй-яй. Вот Алексис ютубер еще, SLAX, SLAL есть. Много ребят есть на самом деле, которые с нашими никами, но... Очень много, и здесь вообще целая куча, да. И, кстати, сегодня меня вот такие ребята, которые, ну, типа, с нашим ником слили несколько раз. Ну, бывает. Ну, знаешь, они как бы думают, что я фейк там и все такое. Я даже особо не обижаюсь на них, но это же игра. Так, ну что, где ты там уже? О, блин, сейчас еще разок меня сольют. Да ладно, блин, да нет! Ё-моё! Слили? Ещё один, да, из-за своих. Свой меня кусал, капец. И в результате меня слили. Так, я, короче, выбрал тигра. Сейчас по бырику наберу массы здесь вот уже на лете. Может, кого-то даже кусану. Ты что, будешь играть там, в пустыне, или, может, давай тоже где-нибудь в лето? Я тоже в лето пойду, мне еще здесь совсем немножечко осталось. Сейчас буквально еще немножко, а вообще... Ох, я сейчас медведя подрежу. Так, иди-ка ты сюда, мой хороший. Так. А где ты находишься? Это, может, я тебе кусик дам? Ну, в принципе, я сейчас сам прокачаюсь. О, сейчас... ютубер, ничего себе, я тут только что слил очень... Есть, я прокачался. Так, все, я выбрал себе орла. Ты где? Его тут просто доедали уже. Я, короче, за акулку играю. А, ты за акулку? А в какой стороне? В какой стороне? В правом океане. О, все, я тоже вправо тогда лечу. Тут Алексиса ютубера, короче, кусали, у него там практически уже его ливанули. О, это ты, да? Я рядышком есть. Где? Ты тут? А я вот. А, да, ты акула? Есть этот. Уходи, да, а то тут у нас есть. А Кракен свой или нет? Кракен, походу, не свой. Нет, по-моему, не свой. Так, давай, я спасу эту рыбу. Хотя нет, не спас. Тут, короче, Алексиса ютубера понял, кто-то уже практически. Смотри, я подрезал Полину. Вот. И я его, получается, доел, чтобы он не достался никому. Да, Полиночка у нас уже сейчас будет скушена. Сейчас будет скушена Полиночка, так, и она будет скушена, к сожалению, не мною. Ее съел слоник. Ах ты ж, слоняра. Не, это было бы круто, чтобы ты тоже прокачался до орла. А хотя ты уже не прокачаешься. Я уже не прокачаюсь, да. Я могу просто слиться, ты меня можешь всю массу мне забрать. Это очень забавно, хватать вот этих вот разных этих персонажиков и бросать их на сушу. В один мне нравится, мне нравится наоборот, когда вот брать кого-нибудь с воды бросать на сушу, либо наоборот вот так. Берешь его. А я вот так люблю, иди сюда! Блин, я тебя подрезал. Как раз кита Полина, да, наверное? Да, может быть. Все. Пока, Полин. Все, ты ее скушал. Да, спасибо за массу. Ребята, пишите в никах AXIL, потому что непонятно. Когда вот кто-то написал, просто-напросто Полина, я не знаю, мы не знаем, вернее, она с нашего клана или не с нашего клана, поэтому слили. У кого есть в нике AXIL, вот они возле нас тут крутятся, мы их практически никогда не трогаем. Наоборот, помогаем им выживать при возможности. Да, конечно. Мы их никогда не трогаем. Мы их трогаем только тогда, когда они сливают нас. И все. Больше никогда. Так, это наш бро. Так, пусть он живет. Да, надо ему помочь. Все, его не трогаем. Своих мы никогда не трогаем. А вот этого вот чувачка я сейчас в пустыню отправлю. Немножечко пусть полетает. Вот так его бросаем. Все, сейчас будет минус эта птичка. Приветики. Так, я практически докачался. Следующую эволюцию мне брать-то? Давай что-то наземное. Наземное? На суше типа поиграем, да? Да, можно с вами, в принципе, игрок спрашивает. Ну, пусть тогда играет с нами. Мы не против. Чем больше, тем веселее. Главное, чтобы... Ну, так, уходи! О, уходи, я вижу. Так, все, мне крышка. Да, а, нет. А, блин, нет, пожалуйста, только не меня. Я прошу. Так, сейчас нужно улететь. Да, блин, Алексис ютубер, ну что ж ты делаешь? Все, мне крышка, беги. Он пишет беги, но... А беги. Да, не успел, ну, ладно, печалька. Блин.
Но зато я сейчас буду играть за тигра. Тебя слили, да? Да, меня слил тот кракен. Печально. Блин, меня... Я не успел взлететь! Я практически уже эволюционировал в следующую эволюцию, но не получилось. Так, надо будет... А что, тебя тоже слили или что? Да, нет, не слили, меня просто свои же кусали. Мне тут нужно было 5000, а теперь мне нужно опять 5000, с учетом того, что я уже 10 себе собирал. Я понял. Сюда, вкусняшка. Ну, если хочешь, можешь меня, в принципе, слить, а потом прокачать. Не-не-не, о, я все, я уже эволюционировал. Так, я беру гиппопотамчика. Гиппопотамчика? Да. А, все, да-да-да, все, это я, да, это я. Привет, нормальненько. Давай тогда где-то пойдем вот туда наверх, может быть, о, давай. Давай, еще разочек, Сейчас, я сейчас перезаряжусь, и я его остановлю, постараюсь. О, тут еще разочек, давай. А, зебра! Капец, украл у тебя. Зебра читерское существо, она, в принципе, его и слила. Слушай, я думаю, что мы на этом можем, в принципе, вот эту вот часть закончить, а продолжим уже играть в следующей серии. Как ты на это смотришь? Да, я думаю, что мы неплохо уже повыносили тут ребят. Да, ребята, кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайкусики, подписывайтесь на наши каналчики. А с вами был Алексис и Алплей. Всем пока! Пока, ребят!